услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. В бой, герои! На ком мы Геру даем? На червях? Ну давайте с пулу дадим. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Забыл, что Русала боится. Пристака на мне. Нажмите притяжку по пути. Правого червяка бьем. Меня слышно? Два часа голову не слышно. Соберите. Идите, соберите черепа. Иди сам по рейду, она не дает часовые, иди по рейду. Даст ОЕ, сдохнем, ничего страшного. За спину босса отойдите из-под морды. Добили. Под мордой не стойте у босса. Добиваем этого дурака. Че он, блядь, так долго, далеко идет? Долоран еще, блядь. Ушел бы. Так, теперь ледяной большого белого бьет. Следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои. Как не бесит, когда он морозит. Первый дансак. Рецепты боешки ролимся. Шмот не по спеку не ролим, типа. Выбор там намага, мы такой хуйней не занимаемся. Что тебе угодно?
Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Первая пати снимаете стаки, по одному разу тыкаете, там все снимется. Я главный! Герои, расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Арацус, эридарский повелитель Пламенного Легиона. Давайте все в врата переключились. Гипотезы. Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! Вот от кости! Какой я красавчик. Какой красавчик. Вулкан, вулкан убил. Киньте КП. Играть с темной магией. Здорово. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Я пока не могу прочитать это заклинание. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! О да, дерево мое. Ура. Так. Белин, держишь Шакула. Ну, вот, Атенг. Так, Виталий Кун, держишь ДК. Некрономика, оковы и так далее, таунты по роге. Что-то первого будем заливать Лока. Кружок
после Лока Энха. Ну или давайте Энха, а потом Лока. Сначала звезду, потом кружок. Так, хилы будут, хилов будут контролить. Атом, будешь сидеть на кресте. Это крестик. Контроль давать будешь вихрем. Вилану будет контролить механическое. Это черепок. Чтобы они не хилили. Ну и маг там, на него просто хер забиваем. Даем фир в толпу и так далее. Я буду контролить дерево. Чек на пул. Звезду вытяните и будете сразу убивать. Так, первая пати. Регуляция, маг. Все, мага нет. Это тяните звезду, поехали танки. После звезды кружок. Кружок бьем. Так. Ну после кружка давайте треугольник. Кружок быстрее добиваем. Треугольник контроль. Быстрее кружок добивайте. Треугольник бьем, вара. Фир дайте этим дуракам массовый, чтобы они разбежались от вас. После вара звезду. После вара звезду бьем. После звезды крестик. Так, звезду сильнее. Тяните крестик. Тяните крестик, бейте крестик. Вам крестик говорят, он нахрена ДК бьете. Крестик убегает, ну. Притяните его в рейд, какой-то ДК. Будет тяжко откатилась, наверное. Так, потом бейте, кого у вас там, ну вон, мага бейте без мет. Звезду поставил, бейте. После мага череп. Черепок бьем. Давайте череп сильнее. Потом рогу бейте. Ромбик бейте. Теперь этого горемычного дурачка.
вроде должна работать Тринька, я точно не помню. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы должна. Стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. К воротам отходим. Битва с королем Лича. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Че, в этой кафе? Нет, будет танки. Жуткие валькиры. Так, значит, экономик у нас слабенький там. Пусть состязания начнутся! Ой, ты отойду срочно на минуту. Давай. Белин, значит, белую берешь, белую кричишь. Все берем черную. Во имя темного повелителя. Во имя короля Лича. Вы умрете. Бьем за источник. Способность смотрим. Если надо будет менять, скажу белую брать. Все темное бьем также. Что-то вы неправильно сделали. Или ты должен. Ты с каким цветом? Ты должен с черным. Белым я не успел. Я знаю, я не успел. Ее спулили до меня. Плохо. Ты понимаешь, что у тебя сейчас агрони наберется? Ты по ней наносишь дамага очень мало. Вы неправильно сделали. Собрать надо было. Собрать надо было. Поменяйтесь, Валька. Я здесь. Белую берите, знаешь, белую я. Берите. Все, и бейте другую Вальку. Кружок поставил. Привет. До скорой встречи. Рогу рестнить. В могуществе Орды, паладин. Мы дело в том, что правую вальку тончат под темной сферой, под темной. Потому что под темной урон по правой вальке увеличен. Ты взял белую, вы поменялись вальками. Если ты так взял, если ты решил ту вальку танчить, то надо тебе перебежать и поменять цвет. Потому что уменьшенный урон по вальке не даст тебе агро вообще никакого. Ты был в самом низу омена. Это ты понимаешь? Будет тебе такое испытание. И танки сейчас запутались просто. Сложи ледяную скорбь. На бафах все написано. Когда я так смотрю, он вообще идет, что ли, в двух в одного танка идут. Просто когда-нибудь в жизни своей откройте какой-то гайд, какую-то тактику и прочитайте. Будете больше знать. Не будет глупых моментов. Будут принадлежать мне, Фордринг. Ну, мувики. Бежим к боссу. Чек на пул сразу. Так, мне надо камень намазать. Так, лапа. А мы сможем ДК присумонить, которого я выкинула? Да, да, конечно. Тыкать ему смонт, смонти. Лапа предков, от тебя зависит третья фаза. А
Silent Hill. Дам тебе СС на всякий случай. Блять, взял себе, дал, прикинь. Так, ладно, чек на пол. А где ДК? Вы его сумманить собираетесь или как? Нет, он не сумманится, рейда нет, пишет. Ладно. Зета, запускайте. Это место станет вашей могилой. Следующий трэш под босс и выливаемся в трэш. Все в трэш. На лед заходим. Значит, сейчас вылезет босс, даже когда переведется босс, подведем жуков под босс и зальем, и потом дадим героя. Я пока не могу прочитать это заклинание. Жуки под босс. Два жука. Сейчас заливаем с одной стороны жуки. Все в жуков переключились. Пока геру не даем. Второго жука добейте. Все, давайте геру. А вы в аккаунт 30 урона поглощает. Рейд больше, чем 50%. Я подвел тебя, господин. Кто-то заходит. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Нет, ссылка не будет. Yeah.